Элиф, ты даже не переоделась. Я задумалась. Давай, вставай, надевай пижаму. Сейчас надену. Элиф, оставь телефон. Не забывай снять макияж. Хорошо. Сестренка, уберем книгу, ляжем спать. Хорошо? Ну, давай. Спокойной ночи. Спокойной ночи, сестра. Сестра, я нашла это в шкафу. Иногда ты становишься очень ужасным. Ты права. Я тоже иногда не могу себя терпеть. Это что, было так легко? Что легкого? Заставить тебя улыбнуться. Если ты скажешь мне «да», я стану главой семьи и заставлю тебя стирать мои носки. Сам постираешь свои носки. И если ты скажешь мне «да», у меня появятся волшебные силы. Я прибавлю свою жизнь к твоей. Сделать счастливыми незнакомых людей. Хотите цветы? Не за что. Всего доброго. Хотите цветок? Хочешь цветок? Добрый день. Папатия? Дорогая? Все, что мы пережили с Махиром, все наши воспоминания, мгновения, все в этой коробке. Джихан, душа моя, не надо, прошу тебя. Мы ведь говорили об этом. Прошу тебя, не расстраивай себя. Посмотри, сколько лет прошло. Не возвращайся в начало. Если бы не позволила ему выйти из того клуба, если бы я остановила его, если бы не отпустила его. Махир, сейчас был бы жив. Что бы ты ни сделала, ты не смогла бы остановить Махира выйти из того клуба. Прими уже это.
Он во что бы то ни стало пошел бы, чтобы найти тебе помощь. За то, что не смогла изменить судьбу. Сколько ты еще будешь мучить себя? Ты для этого так поступаешь? Когда твоя душа, разум, сердце полны махиром, ты выходишь за Али только чтобы наказать себя? Милая моя, ты сможешь быть счастливой с Али? То есть почему ты ставишь себя в такое трудное положение? Я никак не могу понять. Я буду счастлива, папатя. Я должна найти способ быть счастливой. Я должна найти способ продолжать жить. Если я не сделаю этого, как с этим справиться Элиф, Денис и да? Когда мы потеряли маму, лучше всего ты знаешь, что мы пережили. Жизнь должна продолжаться своим потоком. Я должна работать, должна выйти замуж. Я должна родить ребенка. Жизнь только в таком случае станет нормальной. Для меня и для всех. Возможно, воспоминания меня немного потрясли. Но я соберусь. Как всегда, соберусь. Подруга моя, сколько бы ни хотела, я не смогу полностью понять пережитое тобой. То есть это невозможно, я знаю. Я просто хочу, чтобы ты не огорчала себя больше. Знаю, папатя. Благодарю за то, что выслушала. Выпьем кофе. Ты знаешь, кофе всему лекарство. Но ты приготовишь. Хорошо, я приготовлю. Твоей нет нигде. Скоро придет мама. Вчера после того, как разошлись с тобой, мы с Анатом пошли в заведение, а потом разошлись по парам. Я приземлился в Стамбуле, дома увидимся. Добро пожаловать, любимый. Дома жду. Кажется, едет. Едет. В конце концов, познакомимся с этим знаменитым Керемом. Добро пожаловать, господин Керем. Возьму ваш чемодан, господин Керем. Нет, я сам. Ты как, поедешь? На обслуживание аэропорта, господин Керем. Так нельзя, я отвезу тебя куда надо. Как? Не понял, господин Керем. Я отвезу тебя куда надо, давай садись. Давай.
Али? Мы с Папатией разговорились. Я забыла про больницу. Я сейчас же приеду. Папате, мне нужно срочно выходить. А кофе? В другое время выпьем. У меня сегодня обход к больнице, я забыла. Папатия. Коробка может остаться у тебя? Можешь для меня спрятать ее? Конечно, спрячу, ты не переживай. Спасибо. Удачи. Керем приехал. Посылку принесли госпожа Кевилджим. Не паникуй, ложная тревога. Прекрати шутить, лучше скажи, как я. Как всегда, великолепно. Махир. Осторожней будь, дочка. Прошу прощения. Тебя ли я видела, Махир? Разве такое возможно? Махир, где ты? Или я с ума схожу? Боже, что со мной происходит? Где ты застрял, Керем? Где задержался этот человек? Сейчас не могу поверить своим глазам. Я просто в шоке. Почему? До сегодняшнего дня кто только не бегал за тобой. Ты ни на кого не обращала внимания. Целый час возишься здесь ради этого Керема. Невероятно. Но когда вижу тебя такой, мне еще больше становится интересен этот человек. Как вы познакомились? Не поверишь, но в ужасном баре. Да ну. Ты серьезно? Да. Это был последний год университета. Я очень устала от экзаменов. Морально была расстроена. И я, чтобы забыться, пошла в самый простой бар. Потом пришли два незнакомых хулигана, начали меня беспокоить. Сначала я сделала вид, что не вижу. Но потом... Эти люди хорошо опьянели, сели рядом со мной и стараются поговорить со мной. Мне было очень неприятно. На улицу сумасшедший дождь. Ночь, опасная улица, я боялась, что проследят за мной. Так я осталась там. Не смогла выйти. Именно в этот момент позади меня голос. «Жизнь моя, ты в порядке?» Повернулась, передо мной красивый мужчина. И я, конечно, там, вся расстроенная, доверилась ему. С рта слетела фраза «Мне очень надоело здесь жизнь моя, пойдем отсюда». Взяла его за руку и вышла на улицу. А потом мы всю ночь под дождем ходили. Я никогда не думала, что так сильно влюблюсь в кого-то. Но как увидела его, влюбилась. И с того дня по сей день мы не расставались. Вот так я и познакомилась с любовью своей жизни, Тео. Вот это да. Приехал, я открою. Я открою.
Любимый. Любимая. Я очень соскучилась по тебе. Я тоже по тебе очень соскучился. Идем. Наконец приехал. Добро пожаловать, Керем, я Теоман. Спасибо, Теоман. Привет. Я и так будто знаю тебя, настолько рассказывала о тебе. Не поверишь, но я тоже. Но ты стоишь тех рассказов, которые рассказывала безумолку кузина. Нет, она любит преувеличивать про меня. Нет, дорогой. В конце концов, мы познакомились, у нас будет много времени для общения. Я оставлю вас одних. Потом увидимся, Керем. До встречи, Тео. Я все еще не могу поверить, что ты здесь. Очень соскучилась по тебе. Я тоже очень по тебе соскучился. Теперь я здесь. Это мой подарок. Зачем нужно было? Это стрекоза? Чтобы создавала чудо и оберегала тебя. Мне не нужно чудо. Колье очень красивое, благодарю. Не за что. Хорошо, что ты есть. И ты хорошо, что есть. Джихан? Где ты, милая? Я в пути, Али. Еду. Хорошо. Но где ты именно? Если хочешь, я приеду, заберу тебя, не утомляйся. Тебе не нужно забирать, я близко к больнице. Еду. Ну хорошо, мы ждем тебя у больницы. Ты тоже поторопись немного, ладно? Что я делаю? Ты завтра выходишь замуж, приди в себя. Где она? Едет мама, сейчас придет. Что будешь делать после работы? А что делать, домой пойду? Тебе уже 18 лет. Открыли новое кафе, пойдем туда, что скажешь? Не знаю, посмотрим. А где оно? Здесь, в 500 метрах впереди. Девочки, заказать вам чай или кофе? Давайте, не стойте спокойно, помойте приборы. Вот уйду отсюда, посмотрим, на кого он будет кричать. Наконец-то пришла. Джихан, ты в порядке? Посмотри на меня. Ты выглядишь бледной. Все со мной хорошо, Али, не переживай. Я немного устала, пока пыталась успеть в больницу, убежала. Ты уверена? Я же пришла. Я правда в порядке. Хорошо, пойдем.
Здравствуй, Джихан, как ты, милая? Спасибо, вы как? Я тоже в порядке, благодарю. Давайте пойдем, не будем опаздывать. Как дела, Сердар? О, господин Теоман. Добро пожаловать. Спасибо. Где вы бываете, заставляете скучать по себе? Я немного поездил, был за границей. Так и подобает господину Теоману. У меня немного времени, бороду подправим, на руках наведем порядок. Конечно, сейчас же. Сынок Мустафа, иди сюда. Он тебе нравится? Нет. Ну что, как наша девочка, доктор? Джихан? Ты в намного лучшем состоянии, чем я ожидал. Правда? Да. Ты знаешь сама, прогрессирование твоей болезни остановилось. То есть никакого прогрессирования нет, все выглядит вполне стабильно. А как будет в будущем? То есть болезнь полностью пройдет? Мама. Вам. Я не могу сказать, что будет в будущем. Либо не могу дать гарантию на завтра. Но все выглядит вполне стабильно и нормально. Советую вместо того, чтобы думать, что будет в будущем, наслаждаться сегодняшним днем. Потому что Джихан, чтобы услышать от меня это, очень долгое время боролась. Благодаря вам, господин Анур. Если бы не вы, я ничего не делал, Джихан. И если бы ты так крепко не держалась за жизнь, ничего этого не случилось бы. А сейчас, если позволите, хочу побыть с пациентом наедине. Конечно. Мама, мы пойдем. Милая, мы ждем тебя снаружи, ладно? Пойдем, мама. Джихан, твои результаты выглядят вполне нормально. Но ты на самом деле в порядке? Ты показалась мне немного задумчивой. Что-то случилось? Ничего не случилось. Но на самом деле... То есть, наверное, это из-за волнений перед свадьбой, господин Анур. Хорошо. Пусть так и будет. В таком случае желаю тебе счастья в браке. Береги себя, ладно? И Музаферу передавай привет. Как прикажете, господин Анур? Благодарю. Не за что. Девочки, кто-нибудь, обслужите господина Теомана. Госпожа Зихра, я сняла ваш лак. Скоро нанесу новый. Скоро приду, хорошо? Сестра Фейза, я займусь. Еще какие пожелания? Нет, спасибо. Добро пожаловать, господин Теоман. Я Элиф. Сегодня я обслужу вас. Ты будешь делать. Кто-то другой был. Да, обычно Биржен обслуживала вас, но сегодня у нее выходной, поэтому я. Ну, хорошо, давай. Только будь осторожна, не делай больно. Хорошо, не буду. Сколько тебе лет? 18. Осторожно ты. Простите, прошу прощения.
Да погоди ты. Что ты делаешь? Прошу прощения, я... Что такое? Какие-то проблемы? Сердар, да брось ты. Прошу прощения, дай сюда жакет. Боже, я прошу прощения, господин Телман. Если хотите, пусть другой обслужит вас. Не нужно, ты тоже убери это. В другой раз приду. Все. Али, зачем мы пришли сюда? Я не особенно голодна. Ничего. Двойное празднование. Двойное празднование? И то, что у моей любимой здоровье в порядке. И то, что завтра женюсь на ней и стану самым счастливым мужчиной. Сейчас в мире нет мужчины счастливее меня, Джихан. На любимой моей жизни. То есть на тебе. Ну как? Сблизи еще красивее, да? Кто? Теоман, кто же еще? И очень красивый, невероятно богат. Говорят, что у его денег нет края. Значит, что? С такими деньгами мужчина не становится. Как это? То есть вот так. Только потому, что у него есть деньги, он видит себя выше других. Высокомерный, выскочка, умник, вредный тип. Что говорят твои уста, но видела бы ты свои глаза. Слушай, или ты тоже влюбилась в этого Теомана? Доброго вечера, доброго вечера. Не говори глупостей. У меня с такими богатенькими выскочками дел быть не может. Конечно. Не вешай нос, я пошутила. Я спрошу кое-что. Здесь открылось новое кафе, очень хорошее место. Давай посмотрим, что скажешь. Хорошо? Посмотрим. Но если еще раз скажешь о Теомане, я оставлю тебя и уйду. Теоман? Нет, милая, пока ты не откроешь эту тему, я рта не раскрою. Ты правда меня так выводишь? Бесишь. Бери сумку, шагай давай. Шебнем? Почему ты снова грустная, милая? Посмотри, девушка здорова. Итак, разве мы не этой новости ждали? Там ведь не только болезнь. Что будет с ее отцом? А что с ее отцом? Ты еще спрашиваешь? Твое спокойствие убьет меня. Да, жизнь моя. Я слушаю тебя. Что за проблема такая с господином Музафером? Мужчина днем работает таксистом, ночью продает котлеты. По-твоему, какие еще проблемы могут быть? Мирза, этот человек станет нашим сватом, сватом. Ты считаешь это подобающим для себя? Милая, это его работа. Наш сын пошел, полюбил его дочь. Меня это не касается. Я никому не позволю сказать, что Шебнем стала свати с продавцом котлет. Милая, ты хоть понимаешь? Завтра наши дети женятся. Что мы сможем сделать теперь? Меня не касается. Об этом нужно было думать до того, как поддержишь их, Мирза. Боже, покружилась, повертелась, снова ко мне вернулась эта тема. Ты к еде не притронулась. Тебе не понравилось? Пусть придут к нам, закажем что-нибудь другое. Смотри, здесь мясо очень вкусное. Заказать? Не хочу. Джихан, что-то расстроило тебя. Или не знаю. Что-то, что я должен знать? Нет, Али. Что может быть? Я немного устала сегодня. Больница, все такое. С другой стороны, свадебная подготовка. Завтра мы заключим брак. И я больше никогда не позволю моей любимой жене уставать. Я обещаю тебе.
Прошу прощения. Папатя звонит. Джихан, ты все еще носишь колье с собой? Али, я... Молодец, Джихан. Али! Али, постой, выслушай меня. Прошу тебя. Погоди, поговорим. О чем мы будем говорить, Джихан? О чем? Когда от счастья, что женимся завтра, летай в облаках, ты все еще... Это не так, ты знаешь. Если не так, то как, Джихан? Как? Ты можешь сейчас, глядя мне в глаза, сказать, что я забыла Махира? Что будет? Что будет, Джихан? Этот человек всегда останется вот так между нами. Нет, да? У тебя нет ответа на этот вопрос. Али, я не хотела тебя огорчать, поверь мне. Верю. Я всегда тебе верю. Знаешь, в чем главная проблема? Главная проблема в том, веришь ли ты мне. Лучше ты еще раз подумай об этом. Любимый, о чем думаешь? Ни о чем конкретном не думал. Это новое начало, кажется, немного волнует меня. Новая страна, новое окружение. В этом городе меня словно тянет что-то очень странное, какая-то сильная сила. Скажи правду. Новое начало или новое начало вместе со мной тебя так волнует? Новое начало вместе с тобой. Завтра для нас обоих будет большой день. Я долгое время жду этого момента. Работать с тобой. Мне не терпится вместе с тобой превратить эту фирму во всемирно известную марку. Я тоже любимая.